Сегодня в 8 часов утра инспекторы ГИБДД задержали два автомобиля КАМАЗ, груженных круглым лесом. Машины двигались по федеральной трассе М-53 в направлении областного центра. В них находилось по меньшей мере 40 кубометров древесины. При проверке документов выяснилось, что билет на заготовку выдан Осинским лесничеством, расположенным совсем в другой стороне. Правонарушителей задержали и доставили во второй отдел полиции. В это время на место остановки прибыли две автомашины, якобы случайные знакомые, которые пытались решить данную конфликтную ситуацию на месте. Но также эти молодые люди по подозрению в совершении кражи совместно с автомашинами были доставлены в отдел полиции. В настоящее время ведется разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.